здравствуйте. Нет деньги на патенты оплатить. И питания тоже нету, квартира тоже нету денег, работа нету. Коронавирус, карантин. Я Амонов Джонубек. Нету денег патенту оплатить. Мне зовут Рауп Файос. Нет деньги на патент. Здравствуйте, меня зовут Мухаммад Собидойбекович, я гражданин Таджикистана. У меня сейчас нет работы, еще деньги нет тоже. Дали карантин, а я не могу оплатить патент. Салам алейкум, гражданин Узбекской Республики, Зухруддин Кадирович. Нету денег на патент. Здравствуйте. Нету денег на патент. Дома сидим, карантин. У меня надо 13 августа платить надо было. Вот 13 августа надо платить патент. А у меня нету денег. Что поделать? Скажите, пожалуйста. Я гражданин Узбекистана. Нету денег на патент. Assalomu alaykum, mening ismim Donyo, familiyam Rashidov. Hozirda ishsiz video o'tiribmiz, ko'pchilik o'zbeklar. Мы сейчас не работаем, хочу, чтобы отменили вы хотя бы на 2 месяца или когда заканчивается вот этот коронавирус, вот до этого отменили патент, чтобы мы не заплатили. Нам нужно сейчас заплатить за квартиру, за питание и на патент тоже. Я хочу, чтобы отменили вот это хотя бы до конца, вот это когда заканчивается вот этот коронавирус, вот до этого хотя бы отменили, спрошу вас. Я Атажанов Шермат. Нет деньги на патент. Здравствуйте, уважаемые. Я город Узбекистан. Я в данное время сейчас живу в Екатеринбург и работаем также здесь. У нас на патента нет денег и работы нет. В данное время сейчас у нас карантин. Никак никуда уезжать не можем, даже в свой Узбекистан. Что нам делать? Что, как нам найти патент, оплатить на деньги? Здравствуйте все. Я гражданин Узбекистана, нет патент, деньги. Я Маджид Фарух, я надо патент, нет деньги, нет. Всем здравствуйте, я Мамадалиева Сохайба. Мы живем в Московской области, деньги нет на патент. Помогите нам, пожалуйста, все мигранты. Сейчас без денег, сидит дома. Спасибо. Здравствуйте, я Рузиев Абдулла. У меня для оплаты патента нет денег. Салам алейкум. Меня зовут Джумабаев Талмурат. Салам алейкум. Меня зовут Рубон Саманда. Нет денег на патенту. Добрый день. Я Хидирова Миновар. Вот сижу дома. Мы не работаем семейные здесь. И сын, и я, муж. Без работы сидим, и документы надо нам платить, и квартиру надо платить. Что будем делать? Это я вообще не знаю. Мы все в шоке. Знаю, что везде сейчас коронавирусом. А что будет дальше, не знаю. Ну, помогите нам. Очень много СНГ у нас. Вот вы сам понимаете, мы что платим патент. И не знаю, что будет дальше за квартиру. Еще мы еще так долго сидим. Что будет дальше, я не знаю. Помогите, пожалуйста. Нет денег на патент. На патенту нету денег, на квартиры нету денег. Вот чуть-чуть денег были, мы уже кормим каждый день для продукта, и кушаем, еда, и все. Больше денег нету у нас запасные вообще. Помогите мне, пожалуйста, денег нету на патенту. Здравствуйте всем иммигрантам. К сожалению, у нас тяжелую ситуацию сейчас. Мы сидим дома уже с неделю, а уже надо платить за патенту. А это нечему платить, потому что нет работы. Не только патент, мы уже переживаем, чтобы как жить. За питание надо искать денег где-нибудь. Надеюсь, вы видите это видео и помогает.
Здравствуйте, я Махмуд Бабур, гражданин Узбекистан. Нет денег на патент. Дома сидим. Добрый вечер всем. Я гражданин Узбекистан, Курбанова Нилуфар Нарымбаевна. У нас сейчас нету работы, а патентам платить нету деньги. Ассаламу алейкум, узбек хал, узбекистонлик боллар. Tinchimisizlar, patentga pul yo'q, nima qilish kerak? Shuni bir iloji bormi? Shuni yangilik bo'lsa bizga foyda bering, iltimos. Maylimi? Patentga pul yo'q, uyda o'tiramiz, ish yo'q. Nimadir qilish kerak-ku? Patent tugagan kecha. Kechagina tugadi patent surugi. Bugun endi bilmayman, nima bo'ladi, nima yo'q. Shunga bir yangilik bo'lsa yordam beraveringmi? Денег нет на патент. Что делать? Скажите, пожалуйста. И работы нет. Я Уктам Анарбаев. Патент платить надо. Нет у меня деньги. Вообще деньги не осталось. Работы тоже нету. Здравствуйте. Меня зовут Джасурбек Рахматалиев. Я обращаюсь к вам. Уже почти... После 27 числа я не работаю, сижу дома. Денег нет на патент, не могу платить патент. Хочу, чтобы вы помогли нам, гражданам Узбекистана. И всем. Я Турап Шерзот. У меня в данный момент нет денег на патент. Я сижу дома, самоизоляция. Помогите, пожалуйста. Салам алейкум, дорогие друзья. Я Хусан Назар, 18 лет. Сейчас в Московской области работаю. У меня денег нету на патент платить. Здравствуйте. Меня зовут Бекмурод Баратали. Я гражданин Таджикистана. Нету денег на патент. Здравствуйте. Я кое-что хотел попросить. Мы сидим сейчас дома. Надо квартиру платить, надо патент платить. Деньги нету. Я Эгенбердиев Салимжон Урзалиевич. Нет денег платить патента. Всем здравствуйте, меня зовут Зафар, я из Узбекистана. Пока везде карантин, нету работы, нету денег для оплатить патента. Спасибо всем. Здравствуйте, дорогие друзья. Денег на патент нет. Сидим без работы дома. Что нам делать? Здравствуйте. Денег нету на патент. Салам алейкум. Меня зовут Нарматов Джавлон. Нет денег на патент. Я Сулейманов Абдурашид Маджидович. Сейчас на карантине. Работы нету. На патент денег нету. Что делать? Здравствуйте. Я Маматкулов Ташпилот Донакулович. Сейчас карантин. Работа нету. Нету денег на патент. Здравствуйте. Патенты деньги нету. Меня зовут Кадам Финамджан. Нет денег на патент. Здравствуйте. Я Исмаилип Мухриддин. Но сейчас деньги нету. Патент платить надо. Я как платить? Сейчас карантин идет. Ассаламу алейкум. Virus tufayli patentga to'lashga pulimiz yo'q. Uyda karantin tufayli uydamiz. Всем салам алейкум. Меня зовут Ширенов Джавахир. У нас сейчас карантин, мы сидим дома. Денег нету, чтобы оплатить патент. Я Дусчанова Амбарак Инаятовна. Нет денег на патент. Всем салам алейкум. Меня зовут Усан Каримов. И сейчас не только на патент, даже оплатить на регистрацию и квартплата, питание тоже проблема финансовая. Сделайте что-нибудь, чтобы нам было удобно. Я Балабек Улугбек, Крым, патент деньги нету. Я Худжаев Ануар, нет патент на деньги. Я Балтаева Фазилет Маткаримовна, нет патент денег. Я Лавыганов Нурбей, деньги нету, патент платят. Меня зовут Мелибаев Даниор, нет денег на патент. Здравствуйте, меня зовут Машрабой, фамилия Инамджанов,
Нет деньги, патенты, дома сидим в карантине. Что будем делать? Я гражданин Узбекистана. Нету деньги на патент. Всем привет. Салам алейкум. У меня нет денег, оплата на патента. Меня зовут Биркинов Эльмурат. У меня сейчас деньги нету на патенту. Что надо делать, Рустам Алька? Расскажите, пожалуйста. Мое имя Атаджонов Зайнеддин Абдусатторович. Нам помогите, пожалуйста. Денег нет на еда, на оплатить патент. Мы что делаем? Сейчас работа нет, мы на карантин, самозащита. Мы что делаем? Нам помогите, пожалуйста. Салам алейкум. На патент деньги нету, вот сейчас думаем, что надо делать. Салам алейкум всем. Я из Узбекистана, Хаким Тестан. Сейчас везде карантин, поэтому мы не работаем. Не работаем, значит, не будем платить патент. Это для чего платится патент? Потому что мы работаем деньги тут, поэтому платим патент. Правильно, сейчас карантин везде, не работаем деньги. Вот поэтому не будем платить патент. Вот так честно будет, я думаю. Вот. Поэтому нету на патент деньги. Я Суинов Рустамхан, я сейчас в Санкт-Петербурге. Мы сейчас без работы. Скоро уже я должен проделить патент. Все, что уже подавал на документ. Сейчас мы без работы, у меня все, что деньги уже перечисляло за документ, уже после 15 дней получу новый патент, я не могу оплатить патент, денег нету на патент платить. Привет от Сочи, денег нету на патент, вот булка кушаем и все. Просим, чтобы месяц нас отпускали, чтобы без работы сидим. Откуда мы будем оплатить налоговые? Мы просим, что отменили на месяц или два месяца, сколько карантин будет еще в дальнейшем. Ты будешь оплатить патент? Ну, откуда у меня деньги такой? Вот. Сейчас на работу нет. Ты будешь оплатить? Денег нету на патент. Работы тоже нету. Откуда оплатить патент? Даже на... Даже на продукт нету. Нет деньги платить патент. Совсем скоро надо платить. Продлить надо. 19 апреля. Совсем нет деньги. Здравствуйте, уважаемый Владимир Владимирович Путин. У нас такая ситуация, вы же знаете, для иммигрантов. Если работы нету, значит денег тоже не будет. Ну, денег нету на патент. Отменяйте, пожалуйста, патент. Спасибо вам. Здравствуйте. Меня имя Искандаров Масрулидин. Нет деньги на патент. Я Ахмад Джана Хикматалла. Нет денег на патент. Всем ассаламу алейкум, дорогие друзья. У нас вообще беда, на улице никого нету. У меня на патенту денег вообще нету. Только у меня регистрация послезавтра заканчивается. Что делать, я не знаю. Даже на хлеб денег нету, если честно. Вот у нас на улице никого нету. Я Хайдарова Жумагур. Нет денег на патент. Добрый день всем. Вот только что на YouTube видео появился. Вот спасибо с первым вот наш блогер Рустам Рахманов. Вот говорит хорошие вещи. У нас тоже вот нет денег платить патент. Работы нету, везде карантин, нигде не работаем официально. За это нет денег платить патент. Я Ахмедов Санжар. Нет денег на патент. Здравствуйте, меня зовут Милиев Самарадан Тошмурадович. На патент нет деньги.
Я Юлдаш Равшан. Вот заканчивается срок патента. Надо платить. Денег нету на патент платить. Что делать? Вопрос вам. Я Рахмов Джалладдин Кадамович. Узбекистан. Мой документ тоже закончили 29 ноября. Вот. Я спрашиваю, давайте пропуски делать это. Нет. Пропуски, когда будет это закончил, 6 апреля сказал. Вот. А сейчас вот документы ничего не делать, не готовить, вот дома сидеть. Вот. Квартира оплатить деньги нужно. Вот. Документы готовить надо. Нигде не работаем. Денег вообще нету. Не знаю, что ты делаешь вообще. Извините. Ладно, спасибо большое. Меня зовут Абдуллаев Исламхон Вайтхонович. На патент деньги нету. Что нам делать? Я Мадумар Рахмаджон. Нет патент на деньги. Что надо делать, Рустамака? Что-нибудь делает, пожалуйста. Я из Узбекистана. Здравствуйте, меня зовут Турсунов Азимджан. На патент деньги нету. Вот мы, гражданин Узбекистана, Кадиров Эльбек, Кадирова Малахат, мой муж и жена. Вот у нас сейчас нету работы, а мы не можем платить на патент. Мы сидим сейчас в общежитии, даже в общежитии платить ничего у нас. Они тоже деньги требуют, не знают, чего делать, поэтому... Помогите. Помогите, вот отправляем, поэтому вот видео вам, ролик. Ассаламу алейкум. Нет деньги на патент, короче. Вот, несмотря что карантин, мы ради патента вышли, что денег зарабатывают. Вот у нас что проблема. А если мы сидим дома, нам никто не поможет. Сказали, что до свидания, короче, некоторое место. Вот поэтому я вышел работать. У меня нет денег на патент, нет денег на квартиру. Несмотря карантину, что я вышел работать, и также увеличается, если будет продолжать так, что не останавливают патента, еще не останавливают что-то, которое для мигранта что-нибудь не делать. А вот это вирус больше будет, больше и больше, только меньше не будет. А все же должны дома сидеть в карантине. Всем должны обеспечивать, для мигрантов должны отдельно так. Вот что происходит. Вот я сижу на маске и работаю. Жду, что хорошие новости. Владимир Владимирович Путин, спасибо, что делаете что-нибудь для мигрантов. Здравствуйте, меня зовут Нурмахмат Тохтаев. Я работаю в Воронеж. Уже 2 недели без работы мы сидели. Как можно платить за патент? Не найдем, и все уже нам карантин. Уже нет денег на патент, как можно платить. Ассаламу алейкум, Рустам Рахмонович. Манам чайханада ишлейман. Ойлик дарымыз энди ману марттегіні берген ек, уже апрел кірден, да марттегіні апрелді олышымыз керек, уже патент улашым керек. 13-da patent ulaşım gerek, 4-da registrasiyam bor, onu qilishim gerek. Oylik yo'q, pulimiz yo'q. Hozir produktdagi ham biz endi 5-gacha deganiga ham produktdan ozgina qilgan biz, produktda ham yo'q. Bitta o'zim yashayman. Erim boshqa joyda ishlaydi, erim boshqa joyda turadi. Men o'zim bitta o'zim turaman. Dachada turamiz. Hozir kvartiraga ham baribir pul berish kerak. Uyni ham o'ylayapmiz. Bilmayman, 5-da eshitdi shodi kechadan beri. Endi hozir yana Putin aytayaptiki, 30-da deyapti. Уже 30-gacha biz nima qilamiz, bilmaymiz. Yordam berarsiz degan umidda biz. Здравствуйте. Я Каюмов Джамолдин. У меня нету деньги заплатить патент. Я не успел документ получить. Я не официальный. Я хотел получить 27-го. Уже карантин 28-го. Закрыл везде. Я Умар Ислам, нет деньги на патент. Я Жураев Ширзот, нет деньги на патент. У меня зовут Эргаш Даурон, нет у меня для патента оплатить деньги.
Здравствуйте, меня зовут Бабажан Раджапой. Я сейчас без работы, сижу дома. У меня нет денег на патента. Ассаламу алейкум. Меня зовут Худдиб Худойберди. Патент есть. Паспорт Узбекистан. Официально работа уже карантин, уже зарплаты нет. Нет денег для патента, да? Привет, я Умаров Нодырбек. На патентом деньги нету. Я Жураев Скрол, нет деньги на патент. Салам алейкум всем братья, всем мигрантам. Карантин, сидим дома, работы нету. Нет денег на патента. Я Ишкур Джахангир, нет деньги на патентом. Спасибо. Я Амирова Лола Ухтамовна, у меня нет денег на патент. Ассаламу алейкум, хама, момен мусульман лаге. Мана озыр башымыздан ағыр күлі өтіп тұрпты, хамаге малум. Бұлда патент бұлы, бұлда кварплата. Озгена питания деген нәрсе бұл. Питанияны қойып, енді бір амалап, чегерлап, біламыз бұл нәрсені. Кварплата білан, патент бұл бірінші үрінді тұрадыген нәрсе. Біза үшін, кейген адамла үшін ішіләшке. 28 марттан ішіміз тоқтатылды. Работодателді қойлыге ішлейман. Ішіләген пұлымнан процент оламан, тіке үшіман. Шу үшін 28-дан бөкқа, оған пұлым 2000 аванс бөлді қозырча. Қолымдағы бар пұлды үйдәкілен қиналып қоймасын деп үйге чықардым. Өкқайым өзіз біләс қозыр қаман арса қанақа ақболда бөліп тұрпты. Көн білан еплашып, бір-бірімізді падешке қып тұрп ман үйдәкілі білан. Лекен әгер патент 1-2 ойге өзгені еңгелік бөліткен бөлсе, хамамыз үшінен жүді бір қойлап қуатланген бөлі Россия давлатыдан шығы өзгенен ғымайы ізіліп кеген бізі хамамызан түрбешісім ұйымызге бөліады өзіміз бір ішлерімізді қыламыз деген фікірді кеген бізі әгер құдаудан инсаф беріп рус бұрадарларымыз бізіні тұры түшініп әгер патентті бір екі ойге бізіге ма дейді оны Атмен кі құмайды кі ұхайотта, лекен падешка қыса, хамман ондан рахмат айтып, минадор бөліп қолардек. Шо үшін Рустам, Каджойман, сізді озыр нұмаларызды көріп ораман, видео чықышларызды хаммасын көріп ораман. Бүгін іштіп қолдың бұл қақты, қанча көпчілік видео бұса, шүнче яқшы бөлады деген фікірді. Озыр өзімам видео езіп жүнат епман. И башқалагием, іштмагерлагием, білмагерлагием айтаман, улем харакет қалады видео эфир ташашке. Бізаге оқшаген келіп, ішлейдеген лаге қанчадан қанчасыге ердам қолепсіз. Мина-мин рахмат, хамман номдан сізге рахмат деп қолама. Шу үчін, яна бұ фікірла білан чықыпсіз, жүдеям құрсан бөлім. Агер бөліп қоладыген бұса, жүдайап құрсан бөліңіз бұннан кейінам. Маң өзір бұнар саны башқалаген тарқатышке харакет қыламан, айтаман, іштіп, видео езіп, жүнатсала, қанча көпчілік бөтсе, бәлкем бір инобатке олынады деген үміттаман. Сізге кәтті рахмат, ішізге омат, хамеша мұсылмурланы, келген мұсуафырланы қойлап, қуатлап жүріпсіз, ішізге омат, бәрекке. Сөріп қоламан, сізге ем, сіз білен бірге хамкерлікті бөліп жүрген команда әзге ем. Қатты рахмат. Здравствуйте. У меня нету денег на патенту. Здравствуйте. Меня зовут Пайхамзода Рустам. У меня сейчас нету денег на патент. Здравствуйте.
Я в данное время нахожусь на карантине. Для патента денег нету. Что надо делать? Ну, работа тоже запрещена, чтобы работать, оттуда платить патент. Меня зовут Мухаммад Али Эрматов Абдурахманович. Деньги нету на патенту. Я Хударган Жамшидбек, гражданин Узбекистана. Сейчас во время карантина нет работы, нет денег. Нет денег на патент. Я Исмаилова Мадина Насреддиновна. У меня нет денег платить патент. Я Тажанова Гульноза. Патент деньги нету. Надо чек платить. И продление надо. Уже у меня скоро патент срок закончится. Как будет? Дома сидим. Деньги нету. Здравствуйте. У меня гражданство Узбекистана. Я патент получил. 26 числа надо патент оплатить. Кому можно обращаться? Сейчас у меня работы нету. Ассаламу алейкум. Қадірлі Аллаһ яхшымыз сәлем сәлем соқыры үйттегілі. Маған Новосибирский шахрыда. Алтайский крайда ғанжонды яшаймын. Мен бетті өзім. Ешкім жоқ. Патентке пүл толаш. Иноджі болмады. Ишам жоқ. Шын үшін патенті бір екі ой жолыға жүздіріп түссәне яхшы болады. Амманыға рахмат. Аллах разы болсын. Сафардығына аммамыз дуадамыз. Иншаллах. Уқаланы вирус иложы бар. Чықында қолысы тез күлді оқып кетсін. Я Ачилова Мафтуна Мухидиновна. У меня нет денег на патент. Привет. Здрасте. А у меня деньги нету. Патент как оплатить? Я не знаю. Уже патент закончил срок. Я Алмардан Мухтар Маджидович на Узбекистан. Здравствуйте, меня зовут Анвар из Узбекистана. Нет денег на патент и на питание, и на квартиру. Или поставьте скорее чартерные рейсы, пожалуйста. Я Кулматов Урумбай. За патент деньги нету. Здравствуйте, я гражданин Узбекистана. В данный момент проживаю в Санкт-Петербурге. В связи с коронавирусом мы сидим дома. Самоизоляция. Как нам дали быть? Нет работы, нет денег. И как платить нам патент? Спасибо. Здравствуйте. Для патента у нас денег нету, не работаем. Что нам делать? Скажите, пожалуйста. Нурмагомедов Асадбек. Не деньги на патент. Я Самандаров Адульбек. Чтобы получать патент, нет денег на патент. Деньги нет на патент. Деньги нет на патент. Деньги нет на патент. Вообще нет денег у меня. Деньги нет на патента. Деньги нет на патент. Здравствуйте, меня зовут Амонов Абдул-Азиз. Я гражданин Таджикистана. В данный момент оплата патента нету деньги. Что нам сделать? Здравствуйте. Меня зовут Иргашев Хуршид Абдулакимович. Я работал в Москве. А сейчас в Москве работы нету, а мне не с чем платить патент. А у меня денег нету. Как платить патент? Нету денег. Что делать мне? Ассаламу алейкум. Мен Саида Хуршид. У меня нет денег на патент. Я Султанов Гульбаджан. Денег нет на патент. Давай. Газнабос Узбегим. Газнабос Узбегим. Да. Давай еще раз. Газнабос Узбегим. Я Нарбатаев Азмадан. Нет деньги на патент. Нет деньги на патент.